Предварительные результаты единого дня голосования обсуждали в окружном отделении «Единой России». Так, секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения, председатель Думы Югры Борис Хохряков, отметил высокую явку. Если в 2018 году на выборы губернатора Тюменской области пришли 35% избирателей Югры, то в этом году свою волю выразили 40% граждан. Отдельно Борис Хохряков подчеркнул особое доверие жителей округа единороссам. Абсолютное большинство кандидатов от «Единой России» получили поддержку избирателей. Из 753 мандатов, на которые претендовали партийцы, 710 остались за «Единой Россией». Это 94% от общего числа мандатов. От партии в сельские, районы и городские думы из 712 прошли 670 человек, или 94% кандидатов. На выборах глав поселений большинство также за представителями «Единой России». Как мы ранее сообщали, только в одном победил представитель другой партии. «Единая Россия» в Югре получила результаты, которые свидетельствуют о том, что партия остается той политической силой, которую поддерживает большинство избирателей, тем самым подтверждая, что все, что мы делаем, это реальные дела, и главной целью которых является благополучие наших земляков. Люди видят это, понимают и отдают голоса за наших кандидатов.